Май месяц – самое время приниматься за работу, в том числе благоустройство дворов. Где-то к работам вот-вот приступят, а где-то они идут полным ходом. Некоторые из дворовых территорий осмотрел депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Так на Беляева-28 появились новые элементы благоустройства. Здесь было с жителями совместно решено, что им расширить парковочную зону. Вот как вы, если обратите... По схеме, да? Да, по схеме. Вот, определены парковочные места, сделан заезд за домом. Раньше его таких не существовало, и у людей были очень стесненные условия для парковки. Беляева-28. Раньше на этом месте был лишь неровный грунт. Теперь же появились парковочные места и дорога. Ведутся работы во дворе дома номер 9 на улице Бахчеванжи. Проводится асфальтирование тротуаров. Здесь также обновили внутридворовый проезд, оборудовали парковку на 21 место. Все по согласованию с жителями. Всего же в этом году запланировано благоустроить 40 дворов, 9 из которых комплексно. В остальных будут добавлены отдельные элементы. Это работы по программе благоустройства дворовых территорий. И администрация на сегодня... уже, будем так говорить, на стартовой черте начала самих работ. До этого была проведена огромная работа, это действительно так, по конкурсным процедурам, а до этого еще составление схем, утверждение вместе с жителями. Анна Балиет, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».